косметику, такая довольная, уложила детей спать, села, все, давай снимать, рассказывать, показывать, потратила кучу гигабайт памяти, разрядила батарею, и сегодня утром, когда я проснулась, все это решила, села монтировать, я поняла, что неправильно будет рассказывать о тех продуктах, которые я покупаю впервые, не попробовав их, и вместо того, чтобы подписывать под видео, знаете, там понравилось, не понравилось, лучше я сразу буду уже показывать и говорить свое мнение. И единственное, что я хочу вставить из вчерашней записи кусочек, касаемо моего нового подхода к покупкам косметики, такая моя новая концепция, давайте посмотрим. И я давно себе ничего не покупала из косметики, не потому что как бы я там забросила себя, а я сейчас решила, знаете, как-то более рационально подходить к покупкам, ну и в принципе к покупкам косметики, объясню почему. Раньше, например, еще год назад, когда я работала, я воспринимала походы в магазин косметики как релакс, снятие стресса, и очень часто, тем более, что рядом с работой у меня был магазин Литуаль, я туда заходила после работы и, в общем, брала все, что не попадя, забывая о том, что у меня есть, и не думала, нужна мне эта вещь или нет, и часто оказывалось, что у меня лаки одного цвета, помады одного тона, тени, которыми я не пользуюсь, которые мне были вообще абсолютно не нужны, и на следующий день после покупки я думала, зачем я их вообще взяла. Вот, и, в общем, все приходило к тому, что где-то через год после выхода срока годности этих товаров, которыми я не пользовалась, я это все благополучно выбрасывала, либо у меня это накапливалось все в трех косметичках, что, сами понимаете, было тоже неудобно. А так я поставила цель, что я, в общем, закончу все под ноль из того, что у меня есть, и буду брать уже только то, что мне действительно необходимо и чем я буду пользоваться. Нет смысла держать там 25 палеток теней, когда ты пользуешься, в принципе, там двумя-тремя оттенками. Давайте покажу, что же я приобрела. Были все эти покупки, сделаны Магнит Косметик, как я уже повторюсь, и я потратила на них... ну, почти 3000 рублей, 2956, очень-очень достаточно бюджетно, кто-то покупает одно какое-то средство, да, за такую сумму. Я не то чтобы сейчас стараюсь как-то сильно экономить, просто хочу и в недорогой косметике попробовать какое-то мнение сложить и найти что-то приятное для себя, я считаю, что это вполне себе возможно. Вот такой ночной крем для лица я приобрела, до этого у меня тоже был из Натуры Сибирика, только фиолетовый. Я поняла, что нужно уделять, наверное, самое большое внимание это уходу за кожей лица. И после 30 я это, что называется, почувствовала на себе, когда кожа стала безумно сохнуть. Ну и, в общем, разные проблемки у меня стали проявляться. Когда-то у меня был один крем, и я не заморачивалась дневной, ночной. Он вообще не могла кремом не пользоваться, но сейчас... он мне просто необходим как воздух, и на Натуру Сибирику я подсела примерно где-то год назад. А они мне понравились по ощущениям, то есть по восприятию. Это был крем, который идеально подходил для моей кожи, прекрасно впитывался. И знаете, если я пользовалась ночным кремом, утром, когда я умывалась, я чувствовала, что он полностью впитался, и кожа как-то, ну, в общем, стала себя хорошо проявлять. И, например, раньше я не понимала, зачем нужны ночные крема, дневные крема. Сейчас это, конечно, главное отличие для меня понятно, то, что в дневном креме обязательно должна быть SPF-защита, там не менее 15, в моем креме она 20. Даже зимой, когда мы ходим на улицу, очень важно защищать лицо от ультрафиолета, и в связи с этим я пересмотрела свою концепцию летом при загаре. То есть летом я всегда тоже, даже в жару, когда мы идем на пляж, я наношу этот крем на лицо. Ночной крем, он же, наоборот, играет такую более питательную функцию, то есть он без SPF-защиты, но мы его наносим для того, чтобы ночью, когда кожа отдыхает от косметики, она вот насыщалась этими полезными веществами. Дальше и серия по уходу для лица был также вот такой нежный пилинг для лица. Я особо не пользуюсь пилингами, и ну, я уже где-то до этого говорила вам, что использую спонж для лица. Кто-то мне писал, что это неправильно, что спонж нужно использовать не более там 2-3 раз в неделю. Не знаю, я как бы считаю, что очень важно именно очищать лицо, нужно хорошо его очистить, потом можно при помощи разных кремов увлажнять. И в качестве разнообразия, не просто же мне там, знаете, с пенкой умываться, я решила попробовать такой нежный пилинг для лица. Он содержит такие маленькие-маленькие микроскопические практически крупинки, но мне он понравился за то, что он очень-очень жирный. Обычно, когда пользуешься пилингом, ну, ты там, знаете, нанесешь его на лицо, помассируешь, потом смываешь, и у меня начинало жутко стягивать кожу, очень сушить, там приходилось килограммами наносить крем. Этот сам по своей основе очень-очень жирненький, и получается, что после
него можно даже крем не наносить, но по ощущениям тоже опять-таки смотрите. Крайне приятный и буду с удовольствием его использовать. Также я взяла ночную маску для лица, антиэйдж, противовозрастную. Меня подкупило, знаете, что в ней? То, что я прочитала способ применения, там написано, что можно нанести ее на ночь и, в общем, с ней лечь спать. Как бы обычно все маски ты наносишь, ждешь 20-30 минут или 15-20 минут, и потом, в общем, их убираешь, смываешь, наносишь крем. А здесь удобно то, что вместо, по сути, дневного крема нанес на лицо и лег спать. Утром смыл, нанес дневной крем и пошел. Вот, решила попробовать. Еще ее не успела использовать. Ну, в общем, не знаю, маска да маска, я думаю, что как бы о ней, знаете, тоже так сразу и не скажешь, хорошая или нет. Я говорила вам, что я пользуюсь корректором. У меня просто такие круги под глазами, которые, ну, невозможно пудрой там закрасить или тональным кремом. Сегодня решила попробовать купить вот такой корректор от Maybelline. У меня был до этого в тюбике, и мне очень нравился, но закончился, и больше там в продаже таких нет. Dream Lumi Touch. У меня, кстати, вот такой второй тон, называется Nude. Единственный недостаток вот этих консилеров, на мой взгляд, в такой упаковке, это то, что они очень быстро заканчиваются. У меня, например, они летят вообще молниеносно, поэтому не знаю, насколько мне хватит его, но вот по ощущениям приятный, хороший такой консилер, плотненький. У меня закончилась пудра, и я, что называется, все свои пудры целенаправленно добивала, это тоже относительно новой концепции, да, к подходу косметики. У меня была пудра Иллюзор, L'Oréal, три пудры, в общем, было в обиходе, и еще Литуалевская, в общем, все они под ноль у меня истрачены. Единственное, Литуаль, там капля совсем осталась, но я готова даже ее выбрать, потому что не нравится она мне. И выбирала я сегодня между Maybelline, L'Oréal, Bourjois. Больше как-то склонялась к Bourjois, просто попробовать с позиции того, что до этого не брала. Но консультанты меня склонили вот к этой пудре Stellaire. Они, конечно, там пиарят эту марку, сославшись на то, что она сделана во Франции, у нее там все натуральные, ой, в Италии, прошу прощения, сделаны все натуральные компоненты. В общем, я ее взяла просто для эксперимента, чтобы попробовать. Видите, сегодня уже наносила. И, кстати, она меня очень приятно удивила. Такая нежная, легкая, увлажняющая. И у нее такой, знаете, приятный какой-то аромат свежего огурца или арбуза, в общем, смешанный с какой-то косметической одушкой. По пудре очень даже я довольна. Сейчас она у меня тоже на лице. И никаких пока нареканий, замечаний. Я вот взяла тон, который называется S08, крем-брюле. Ну, для моей кожи, мне кажется, он больше всего подходит. Также взяла себе румяна. А румяна, я ими не пользуюсь, пользовалась, когда ходила на работу, и, ну, решила, что все-таки румяна должны быть. Выбрала недорогие румяна, это марка Divage. Просто захотелось вот таких вот шариковых, в шариках румян. Меня тоже склоняли на Stellaire, на матовые, они у меня были, и, кстати, они мне не понравились. Здесь присутствует такой, знаете, конечно, легкий мерцающий эффект. Наверное, больше они подходят на какую-то весну и лето, чем на зиму, но мне показалось, что зимой в эти холодные, синие, такие серые дни тоже нужно как-то немножко лицо оживлять его при помощи небольшого количества блесток. Сегодня нанесла, но не скажу, что я в восторге от вот этой вот жесткой очень кисти. Кистью лучше пользоваться своей, другой натуральной. Ну, так очень бюджетно, очень недорого, как вот вариант. Потому что они стоят около, по-моему, 300 рублей. Ну, вы сами понимаете, сколько там в том же самом Rio Gauche такие будут стоить. Ну, я думаю, что не меньше 1000 рублей, там какой-нибудь L'Oréal или что-то подобное. Также из этой недорогой марки Divage я взяла сегодня вот такие тени для века. Последнее время я отказалась от палеток с тенями, потому что получается, что в повседневной жизни ты пользуешься какими-то простыми такими нюдовыми оттенками, а берешь палетки с большим количеством разных цветов. И вот вы видите по моим палеткам, что, по сути, я использую там 1-2 цвета. А остальные, ну, они либо в складку века, либо в уголок глаза, и поэтому они расходуются гораздо медленнее, чем самые ходовые цвета. И я решила, в принципе, и до этого брала вот такие, брать отдельные палетки с тем, что я пользую постоянно, каждый день. А взяла вот эти, они такие, знаете, очень бежевые, очень простые. И после нанесения сегодня они мне вполне себе понравились. Я думала, что это будет, знаете, ну совсем-совсем эффект пудры и практически незаметно. Нет, они такие легкие,
наверное, раза два я их нанесла, что прежде чем я их почувствовала, да, на веки. Ну, за те деньги, которые они стоят, вполне себе нормально. На повседневку пойдет, в общем, понравились. Также были сегодня две помады. Просто такая упаковка, что я ее разодрала. Невозможно было открыть, не повредив ногти, и пришлось вот зверски разодрать. Опять-таки, это Stellary, их это местная марка, которую они продвигают. Почему я решила взять эти две помадки? Все потому, что это жажда скидок. Сегодня у них акция была, вот эти две помады по цене одного. Я взяла себе два тона. Первый тон — это Vintage 06. Где-то год, наверное, или года полтора назад я вот такую помадку приобрела Dior. Она шла в подарок с тушью. И очень, я никогда не думала, что мне подойдут розовые помады, но вот эта помада Dior — это что-то нереально крутое. В совокупности с моим карандашом для губ, я чуть позже его покажу, но это, знаете, такой создается очень классный эффект натуральных губ, не отягощенных помадой, и мне она безумно нравилась. Вы видите, что я ее израсходовала, ну, просто уже до основания, вымазывала ее кисточкой и уже замучилась. Я искала нечто подобное, похожее на эту помаду. Ну, она немножко, конечно, ярче от Stellary. Эта помада сейчас у меня на губах, и, ну, видите, как она естественно, натурально смотрится для такого вот ежедневного макияжа. Мне нравятся такие тона. Вообще не думала, что мне подойдет, потому что там написано, что эти помады для блондинок. Я далеко не блондинка. И всегда, когда я покупаю помаду, для меня чуть ли не определяющий фактор — это ее запах. Потому что, когда, знаете, помада пахнет каким-то таким противным старым запахом, я сразу понимаю, что я ее не возьму. Здесь такой сладкий, какой-то свежий, легкий аромат. Тоже мне напоминает то ли арбуз, то ли какую-то карамельку. Поэтому я вот этот запах меня окончательно подкупил, и я взяла. Вторая помадка — это уже 24-й тон, коралловый риф. Я на самом деле вообще очень долго их выбирала и измазала себе всю руку. Мне даже там давали средства для снятия макияжа. Вот, она тоже такая нюдовая, чуть-чуть поярче. Если та помада с таким больше розовым отливом, это, я не знаю, что ли, чуть потеплее, поярче. Но опять-таки вот этот приятный запах, который меня подкупил. По ощущениям, хорошие такие помады. Они, знаете, питательные, увлажняющие. Я в последнее время пользовалась из вот марки Stellary матовой помадой. Тоже как-то вам ее показывала. Она, конечно, прикольная, классная у них, но она очень сушит губы. И вот это вот ощущение сухости губ меня все время, знаете, доставляло мне какой-то дискомфорт. Здесь вот ты как раз-таки накрасил, и ты чувствуешь, что губы увлажнены, они такие у тебя напитанные, жирненькие. И, ну, вот как вариант, зимой, мне кажется, вот лучше пользоваться такими помадами. Матовые, они все-таки как-то больше на лето. Продолжая тему губ, помад, всего, что мы любим, мой бестселлер, уже третий или четвертый раз беру себе вот такой карандаш от Stellary. Он очень крутой, и его главная фишка заключается в том, что вот этот вот его тон максимально натуральный и подходит губам. Конечно, для красной помады вы его не сможете использовать, но вот для всех нюдовых оттенков, блесков для губ, это самый-самый классный вариант. Цвет называется 03. Персико-розовый, и получается, что при помощи него, он такой матовый, вы можете его нанести по контуру губ, чуть больше, ну, чуть выходя за контур, увеличить губы, естественно. Его можно как вот с этими помадами, он идеально подходит использовать, также с блеском для губ. Короче говоря, это мой бестселлер, я им пользуюсь, продолжала пользоваться и буду еще пользоваться, пока он мне не надоест. Не знаю, пока что-то другое я для себя не найду кардинально новое и лучшее. Ну, давайте в завершении губной темы я покажу вам вот эти гигиенички, которые я купила. Это тоже мой бестселлер, который я покупаю уже не один год. И просто от него я не перестаю быть довольной. Потрясающий аромат вишни, и она с таким легким, приятным красным оттенком, то есть ее нанося на губы, можно вообще не использовать помаду, но тем не менее, я очень часто, когда еду за детьми, во-первых, это и уход зимой, у меня постоянно, если я не пользуюсь помадой, обветриваются губы, и на губах появляется такое приятное, ну, живое какое-то свечение, губы кажутся более такими яркими, насыщенными, и больше по форме, что ли, и появляется, знаете, такой приятный румянец, который создает живость для лица. Ну, в общем, я ее очень люблю, и
не могла ее не взять, тем более, что моя закончилась до основания, я ее просто уже выковыривала до предела. Вторая помада, которую я взяла, это новинка, я решила попробовать просто для интереса. Это такой, знаете, вырви глаз цвет, тоже с очень приятным ароматом. Сейчас же вообще в моду вошли вот эти все ультра-неоновые, какие-то яркие синие оттенки. Но я понимаю, куда мне с такой помадой ходить в детский садик, в школу. Ну, даже, знаете, там в театр не при... ну, как бы я бы не вышла с такой помадой. А здесь у нее легкий фиолетовый отлив. Мне с моим цветотипом лица подходят вообще такого рода оттенки. Ну, как вариант, про запас вторая помадка. И, ну, не просто красная, надо же как-то разнообразить. Я ее взяла. Очень-очень, еще раз повторюсь, их люблю. Это самые мои любимые гигиенические помады. Я считаю их самыми классными и прикольными на сегодняшний день. Раз мы заговорили о фаворитах и бестселлерах, то это, конечно же, вот этот карандаш для бровей. И из того количества карандашей, которые я перепробовала на сегодняшний день, это от Stellary карандаш, он мне больше всего нравится. Это восковой карандаш. Очень здорово наносится, в течение дня прекрасно держится. Даже если вы там рукой, знаете, потрете себе глаз, бровь, остается на коже, не стирается. И у него еще идет вот здесь приятная такая щеточка, которой можно не просто бровь расчесать, но и растушевать его. Беру его уже второй раз. Вот покажу вам, чтобы не быть голословной, мой старый карандаш. Просто потому, что я уже его сломала, настолько я его часто пользовала. Видите, у меня отвалилась щетка, неудобно уже пользоваться им. Ну вот, тут уже, по сути, остался огрызочек. Конечно, можно его тоже там до конца использовать, но меня напрягает то, что нет щетки. И в общем, лучше я себе возьму новый, тем более, что он совсем-совсем недорогой. Стоит он всего лишь 124 рубля, но согласитесь, это вообще копейки для косметики. Еще что касается ухода для бровей, это была не сегодняшняя покупка, просто покажу вам. Открыла для себя вот такой гель для бровей, очень мне понравился, прекрасно укладывает мои непослушные брови, и не надо переживать, что в течение дня какие-то волоски куда-то там вылезут и будет некрасиво смотреться. Вот. Что касается еще карандашей, взяла себе вот такой карандаш для глаз. Он мне понравился тем, что он очень жирный, очень так легко и мягко наносится. По сути, это как, знаете, жидкая подводка. Но я подводкой не умею катастрофически пользоваться. И это всегда у меня превращается в какой-то стресс, потому что я все размажу обязательно и весь макияж на смарку. Карандаши мне нравятся больше. У меня был вот такой от Гурманис коричневый карандаш. Я, кстати, сейчас коричневым пользуюсь. Мне он абсолютно не понравился. Знаете, он сухой. Я не люблю безумно сухие карандаши, потому что, ну, это, короче говоря, мучение и даже боль какую-то для глаза он создавал. Я его бросила, перестала использовать. Этот очень влажный, очень такой насыщенный и прекрасно растушевывается при желании, там, для smokey eyes. Короче, я сегодня его нанесла, и мне он очень понравился. Не жалею, что его взяла, хотя он стоит там 300 с лишним рублей, но классный, это Maybelline карандаш, называется темно-коричневый Dark Brown. Последняя покупка, которая сегодня была, лак для ногтей, тоже у меня их достаточно много всяких было, мне захотелось вот чего-то темного, но не просто черного, а с какой-то интересной ноткой, поэтому взяла вот такой черный лак для ногтей с блесками. Как-нибудь накрашу ногти, покажу. Вполне, мне кажется, такой интересный зимний вариант. До этого не встречала из Колорамы таких лаков. Взяла еще дезодорантик Рексона вот такой. Мне просто нужно два иметь постоянно. Один дома, чтобы стоял, а второй был в сумке для бассейна.